Республикон пульмонологон центр ифтонгонду нэркон техникая. Нэрдохтыр тэнэн сондару зэн рэвджит ништарага сау рабар кэнэн. Ноги ифтонгарш тэфажэндима райдайзан и гаура сарышт. Умэволдай медицинон вагдон шамайзышт ног баштыхай. Баштондары разурзан мемкушаг задзой тэфатима. Здесь делается настройки стола приемника и далее делается снимок, который попадает сначала на рабочую дистанцию лаборанта, потом отправляется на рабочую станцию непосредственно врача-рентгенолога. Арачидарма пульмонологон центр доктор Такутыдарна коттай койта агдыраштаджы ахам ифтонгарштайкай архайзышты. Ног, нырыккон, шайрагдарта адаш. Асы рентген аппарат жаға мумай хисанканы, амайнетінта шара жаниш армашт балвырт бары хайма. Этот рентген-аппарат, он не является обычным флюорографом, он заточен под более точные, тонкие пульмонологические исследования, которые позволяют нам делать очень высокое качество снимка. Пульмонологон центр УСИ ураштак забахкана ниш шада да шада имаджа. Алы пациенты дар забахканын шарма гон хисан методика магашка. Раждары миган антима ахам фадат науд. Раужиты ниш арах вабарак ваежарда аматук да зинтыл. Нырьой рага саура барак канзышты. Годжи саты тайм уражма астма иш ныр ртына жайфылдар. Реабилитацион центр мафыца катыр басы дуа жражма. Наоборот, жираттан тұқтендер бе, манын тақыздырай құздыр кәне. Армашша доқтыртына, фалмайы климаттар эффекті онын. Тұм қолыз қасынан е құздыр мұна қалым. Инна ног аппарат бодиплетизмограф. Ана кулым пая барак каны адаймаган улавца штыңна фак каны ой. Это, собственно, бодикамера, так называется она. А вот, они сюда подают герметичные. Газы сюда подаются. Их так называемая парциальное давление, то есть процентное количество, оно известно уже в программе, оно вбито. И пациент садится сюда, закрывается и делается анализ. Адаптер бала, что и медицинон техника и саппардаш хожа ртын милуан шоман. Нэр центра ниш ног гананта. Салдаражы фашташузан пульмонологии науку нырташан института филиал. Это будет более ранняя диагностика сложных заболеваний легких, редких генетических заболеваний. То есть те заболевания, которые, к сожалению, зачастую пациентам диагностируют на поздних стадиях, когда уже возможности лечения ограничены. Это во-первых. А во-вторых, само собой повысится грамотность врачей не только нашего центра, но и в целом всей пульмонологической службы, так как тесное сотрудничество с ней пульмонологии, оно подразумевает образование. Фалауиты хайкау ансон вадату аварта аражын кут пациентан автокушчитандар. Центр фантканын срас аражын, амамайу корпус шамайын. Уйфаны шанкота республика и шарлауак президент Владимир Путин имафен балдыраштак. Для этого необходимо в адресную программу модернизации здравоохранения включить строительство нового корпуса и реконструкцию старых корпусов. Мы получим шикарный центр для лечения и реабилитации больных легкими. Федералон центр проект он хахдонга хататыл бакушынан рахай котта дубын милуан шоумай фылдар. Куштыта райдай зышты иннаж. Зазойты Фатима Плитыхетак Шуанта Алан, Ирштон Хабартта.